Вы смотрите Евровидение по-нашему. И вместе с радиостанцией Юмор ФМ сегодня мы выбираем дублера для Анастасии Приходько на Евровидение. Если бы не появилась группа Бис, то наверняка не было бы таких фестивалей, как Вудсток, Нашествие крыльев. Да. Да что уж говорить, без группы Бис не появились бы такие ставшие ныне популярные группы, как Машина времени, ДДТ, Чайф, ну и, конечно же, Нэнси. Между прочим, это не наше мнение, так думают сами ребята. Конечно, итак, встречайте, группа Бис. Дмитрий и Всеволод познакомились на «Фабрике звезд» и сразу же поняли, что не могут петь друг без друга. Ребята настолько молодые, что когда начинается очередной призыв, они затеивают концертный тур. Владу всего 16 лет, а Диме 20, поэтому в ближайших планах ребят начать бриться. Свою легендарную песню «Катя, возьми телефон» ребята придумали, когда пытались продать свою старую Nokia Екатерине Стриженовой. Дмитрий и Всеволод заявляют всем, что они не какие-то воздушные романтики, а нормальные, уверенные в себе, мужественные эльфы. Группа Бис настолько популярная, что даже после выступления Монсеррат Кабалье или Пласида Доминго зал все равно скандирует «Бис». Без всякого сомнения, самая сладкая парочка на нашей эстраде. Группа Бис. Плакат на рынке наш диск звучит, а это значит дуэт знаменит. Мы записали наш диск, он просто вау и пис, от сладкой парочки новый хит. Когда фанаты сжимают нас, боюсь, что слипнемся вдруг в тот же час. Такие сладкие мы, что даже и комары совсем не жалят, а лижут нас. Чуть-чуть мы припудрены, весьма мы целомудрены. Для сладости добавляй нас вместо загорчай. Мы должны были петь Евровидение, мы красивы и безумно талантливы. На повал бьем отличными ритмами, лучше нас до сих пор вряд ли знали вы. Наша музыка — новое видение. Например, если что-то забыли вы, и под рукой нет блокнота и стикера, наши песни — напоминанье для забывчивых, напоминанье. Катя, возьми телефон, где же он? Он на кухне лежит. Таня, зайди в гастроном, хлеб в дом не забудь купить. Лера, хоть что-то надень, уже день, скоро гости придут. Миша, вынеси клан, пам-парам, пам-парарам. Это кто сейчас был тут? Это, по-моему, эти, Smash, по-моему. Да какие Smash? Smash было 20 лет назад, еще когда я молодой был. А эти, два белобрысы, знаешь, такие, эти, бис. А, бис, сладкий, как и рис, понятно. Да, слушай, навалили, там навалили, телефон. Знаешь, слушай. О-о-о, это такие уважаемые люди игрушками в них кидаются. Лучше бы игрушки, вон, девочка маленьким отдали, держите. Да-да-да. Эй, дальше они в мальчиков. Слушай, мне кажется, мы с тобой тоже неплохо поем, а? Да, я тоже так думаю. Смотри, два белых было. Было. Вот, только что ушли отсюда. Черные-белые тоже было. Были такие. А двух черных не было. О, точно. Давай попробуем. Давай. Катя, возьми телефон. Нет, да пусть они поют, пусть слушай. Они поют. Нам еще к запашным эти убираться. Вот там навалили, так навалили, да. Точно навалили. Вот кто-то бросил красное сердце, оно олицетворяет, так сказать, тепло, уют и любовь. Кто бросил голубое сердце, признавайтесь? На самом деле это не сердце, это печень. Нагиев метнул. Вот. Мне очень понравилось бросать мягкими игрушками популярных исполнителей. И мне пришла в голову мысль, что вот группа Бис может стать родоначальниками нового стиля. Вот есть ритм-блюз, а они родоначальники стиля ритм-н-плюш. Замечательный новый
стиля. Я хочу задать вопрос Сергею Лазареву. Сергей, скажи, ты так красиво и точно бросал. Откуда такая меткость, а? Спасибо, Сережа, спасибо огромное. Браво, это было наше жюри, поклонники группы ВИЗ.